уважаемые зрители, с нами участники Кубка Супа Данс по европейской программе танцев, профессиональный дуэт Александр Воскальчук и Вероника Егорова. Как вам сегодняшнее мероприятие? Как вам танцевалось здесь? Очень хорошо, как обычно. На самом деле, в прошлом году на этом турнире был наш дебют. Мы встали в пару год назад и здесь дебютировали, поэтому в этом году ощущения были еще более яркие, чем в прошлом. Очень приятно нам было. Мне очень приятно танцевать в Кремле. Один из самых красивых залов. Атмосфера хорошая. То есть мы с удовольствием танцевали и получали приятные отзывы от нашего танца. Вы уже знаете, какое место вы заняли? К сожалению, нет пока. Это будет очень интересным сюрпризом для всех. Скажите, вот сегодня мы брали интервью уже у исполнителя латиноамериканской программы. Вот вы у нас сегодня первые представители европейской программы. Некоторые говорят, что паркет в Кремле немножко особенный, к нему надо приспосабливаться. А в европейской программе как это чувствуется? Нет, я не почувствовала что-то такого особенного, к чему приспосабливаться. Было легко и хорошо, мне комфортно очень. Мне очень нравится этот паркет, потому что что в новых туфлях в этом году мне не нужно было готовить туфли к паркету, что в прошлом году туфли недостаточно новые, и все равно мне было очень хорошо, комфортно танцевать. Раз уж вы упомянули об обуви, скажите, как часто вы меняете ее для турниров? Сколько конкурсов выдерживает одна пара? У меня один турнир, одна пара. У меня больше, у меня где-то 4-5 турниров, одна пара. Какой танец у вас сегодня получился лучше всего, на ваш взгляд? Мне все понравились, мы были сегодня в ударе, я считаю. Нет, мне на самом деле сегодня тоже понравились все танцы, не могу какой-то выделить. Мне понравилось то, что сегодня мы квикстеп танцевали очень хорошо. Для нас это, ну, достаточно важный танец, так как, во-первых, он последний, и мы над ним много работали для того, чтобы улучшиться. Мы желаем вам хорошего результата сегодня, дождаться, и чтобы он вас обрадовал. Спасибо за интервью. Спасибо. Всего доброго.